Всем привет! В общем, сегодня я в деревне, и сегодня такой небольшой будет ролик про Запорожец. Тот день, два дня назад, когда я выезжал, вообще было мало снега. Сейчас смотрите, сколько снега. Кстати, колеса не спустили, давление держит. В чем проблема-то? Вчера хотел его запустить, не запускается. Чих-пых, чих-пых. Аккум посадил. Сейчас вот снял карбюратор. В общем, сейчас провожу ревизию. В тот день-то я когда дергал, я сломал карбюратор. А вот, вот эту штучку сломал. Вот видите, она оторвалась. Она вот здесь вот должна была быть. И она как раз регулирует заслонку. Закрывает. Когда холодный запуск, надо же закрывать. Я думаю, что такое? Почему он долго схватывает? Оказывается, там такая заслонка внутри есть. Блин, фонарика нет показать. Вот эта хрень. Она закрывает заслонку. Раз, когда трос тянешь, подсос. Она закрывает. Она у меня сломалась. Я, получается, здесь-то закрываю заслонку. Думаю, она закрывается. А на самом деле она стоит на месте. Вот сейчас я посмотрел. Также надо будет посмотреть контакты здесь и свечи поменять. Сейчас вот снял карбюратор, буду его промывать, прочищать. Посмотрю, поплавок, все дела, в общем. Свечи поменяю. Две свечи я поставил новые. Вот еще взял две штуки по 60 рублей. Тут только надо эти головки закрутить. С таких стандартных свечей же есть. Побольше. Не резьба идет, а такая, как называется, железяка такая. Чтобы такие свечные провода большие одевать. Здесь же, потому что обычные колпачки одеваются на резьбу. А мне надо, чтобы... Также надо будет найти минеральное масло какое-нибудь и заменить масло. Так-то масло пока в норме. А так, в принципе, все. У меня еще глушитель сифонит. Там, походу, где-то пробитый, что ли. Надо будет подварить. Но это ладно, это мелочи. По итогу что? Все стоит. На улице холодно, больно не поработаешь. Так, а так вот хочу поставить на ход. Колеса назад поставить зимние. Что еще? С печкой, я не знаю, вопрос решать. Я еще не запускал печку, я и не знаю, как его запускать, эту печку. Карбюратор заберу домой или в другой гараж. Там все сделаю, посмотрю, все, приведу его в порядок. Чтобы он заводился без проблем, он поставил новый аккумулятор, было напряжение 12,7, что ли. Когда я его запустил в тот день, проверил, зарядка где-то 13,20. Мне, не знаю, может, 14 должно. Хотя, не знаю, посмотрим. Может, контакты окислились на генераторе. В общем, все. Всем удачи, всем пока.